Лето – время веселья и уличных игр. Традиционный городской проект «Активное лето» – это не только крупные мероприятия на свежем воздухе, но и небольшие дворовые забавы для детей. В разных районах города ежедневный досуг школьников организуют педагоги учреждений доп. Образования. Гости – мальчишки и девчонки из окрестных домов. На детской площадке играют в догонялки и знакомятся друг с другом. Время и место проведения в своем районе можно уточнить на сайте Управления образования. Педагоги уверены, что в хорошую погоду намного веселее поиграть со сверстниками, нежели сидеть дома за компьютером. Мы обязательно, да, хотим, чтобы у них появилось очень много друзей, сплотить их, научить чему-то новому, важному. Мы с ними проводим игры по ПДД, обязательно по безопасности, по пожарам. Мы говорим о здоровом образе жизни, о медицинской помощи. Все эти темы основные мы с ними проходим во время игр, в игровой обстановке, но важные темы задействуем.